Всем привет, ребята, с вами ККСП, продолжаем грузать другая история. Вы помните, как мы ее уже прошли? Но здесь, оказывается, есть выборы. Про них я только чуть не забыла. Так, это ветка соглашения. Мы пьем. То есть мы не пьем водяру. Посмотрим, что будет. Не пить. Я не пьющий человек. Нет, пацаны, извините, я вас уважаю, но пить не буду. Записим, я слегка отодвинул стакан в сторону, и тут утис у себя очень некомфортно зался. Метромка посмотрел на меня и начал сверлить мой переносицу взглядом. Ты пиздец, он наоборот проверял меня. Я же знаю. Я заметил, как его в драке сплеснули злые огоньки. Я потянулся к стакану и схватил, быстро поднес его к рту и опрокинул. После этого сбросил взгляд на бесу и расхохотался. Итак, Бяшка, с тебя сотка. Продул ты. Это скорчил довольную гримасу. Она копать незаметно подмигнул мне. А ты, Тох, молодец. Мы вот с Бяшкой хотели проверить, такой ли ты весь из себя правильный. Ну, как видишь, я в тебе не ошибся. Во, правильно. А сразу смотря на Рому, я подумал, что это уже... Что это уже его так толкнуло? Ты ж сам выпил. Это? Да это вода, только и всего. Доверим потянулся к бутылке, после чего налил себе стакан на снижем и чуть заметно катнулся языком. Да, это было так. Да, безымесячная вода. Сотку жду вечером. Тихо сыпнул Ромка беса. Да занесу, занесу я. Лох. Лох. Это опять Ром под... Да-да-да-да, было. Так, это было. Сейчас он выйдет, они пойдут к Бяске. Да, он здесь арбуз принесет. Да-да-да-да-да-да-да, все то же самое. Так, тут мы открываем. И стой! Ну, а теперь смотрим дальше. Дизайн уверенно. И, видимо, спортсмен взрослый ему не привыкать. Ну, а вот и Бяшкин дом. Так. Ты то же самое, да? Тут больше некуда идти. По 100 раз долбить, что ли, нужно? Может, зайдем так? Если дверь открыта. Ты прав, Антоха. Яшкина мама добрая, когда гости есть. Правда, после их ухода ему только так влетает. Ага, это было. А все, больше некуда. СБС опять появится. Да. Ну все, давайте к дизайнерам тогда. Как она, кстати, по времени-то вышло. Ебать, 3 минуты. Ёб твою мать. Дайте хоть на 8. Ой, я все это стезание прошла. О, наконец у меня игра заказана. Ну, но сейчас не то. Без трансы, пойдите проверку на пацана. Я прошла только что. Призрачный мясо. Узнать любимый фильм Полины. Да, это мы сделали. Кстати, Полине про... Полине про... Чего? Это когда это... Это когда это такое было? Хм. Пиздец и провокация. Показался или нет? Найдите лицо 2 раза. Да, мне еще 2 раза надо ее, кстати, найти. Ага, берег дусы. Верните амулет Полине. Нихера себе. Ну-ка, стой. Ага, вот, все. Верните амулет Полине. Ага. Так, по тесноку на. Выиграйте в крестики-нолики. Какие крестики-нолики? Их нету здесь. Путурехно. Поиграйте в крестики-нолики. Ага. Доктор кто? И спросите дату на календаре. Я этого не делала. Зайц, познакомьтесь с покровителем. Если имя вроде не было ни разу, 9-е, перезовите смертью во сне. Чё?
Такого точно не было. Вечеринка. Мухоловка. Спасите Катю от смерти. Это было. Тайна поселка. Разгадайте тайну поселка. Это было. Тайну поселка? То-то нет. Первый поцелуй. Поцелуйте с Катей. Позор семьи. Выпейте водку. Гадость отца. Не выпейте водку. Цените. Разблокируйте все арты в галерее. Друзья, они все разблокированы, кстати. Разблокируйте всю музыку. Разберитесь с милиционером. Да, это было. Лейтенант Колумба. Посмотрите все объекты в игре. Кстати, это я не сделал, к сожалению. Что такое? Что-то секретненькое. Все. Я разблокировал все достижения. Я все прошла. Я, блядь, уже просто молодец. Ну что, какой-то... Как это реально долго у нас? Сельскому... Ну-ка, сколько тут у меня? Ну, 6. Нормально, в принципе. Ну чё, в следующий раз будем переигрывать и брать ветку. Там, где мы, кстати, сколько у нас там веток-то, кстати, есть в игре-то? Я вроде сохранялся, где ветки были. Так, здесь веток нету, тут тоже. Про клубника вообще ничего не было. Тут нету. Тут вообще веток нету. Вот, это самая первая глава, согласится или нет? Курьезный факт. Их могут быть бесконечно. Их делали и сделали по сотку просто. Надо посмотреть, может, уже вышло обновление. Хоть подыграть в девятую главу спокойно. Так. А ну, стос. У нас, получается, остается вот это. Согласиться или нет? Все. Всех люблю. Видео получилось короткой. Всех люблю. Всех целую. Ну, вам не привыкать. Пока, кусочки. Hellcat.